Біз Қазақстанның армиясына жүгінеміз. Мы обращаемся ко всей армии и полиции Казахстана. Достар, если вы смотрите это видео, то, пожалуйста, поделитесь со всеми вашими друзьями. Возможно, от этого зависит судьба нашей страны. Елмен бірге болыңыздар. Халықтың күші бірлікте. Я хочу сейчас обратиться к армии, ко всем силовым структурам Казахстана. Пожалуйста, перестаньте мучить своих людей, перестаньте издеваться над ними. Людям нужна помощь, людям нужна защита. Поэтому, пожалуйста, халықпен бірге болыңдар. Вы армия народа. Полиция, қарулы күштер, халықпен бірге болыңдар. Вы не армия власти, халықпен бірге болайық. Халықты қолдап, қорғаныс күші екенімізді дәлелдейік. Вы тоже являетесь гражданами этой страны, как и ваша семья. Халықпен бірге болыңдар. Сила народа в единстве. Болашағымызды ойлап, халықпен бірге болайық. Нелсон, ставьте больше, Казахстан. Халықпен бірге болыңдар. Армейцы, полицейские, народ – это прежде всего ваши родные. Ваши мамы, папы, братья и сестры, ваши сыновья и дочеря. Вы должны отстаивать в первую очередь их интересы. Не интересы власти, а интересы народа. Не надо бить людей дубинками. Эти люди в первую очередь выходят на митинги за вас, за ваших детей, за будущее ваших семей. Сіздер биліктің армиясы емессіздер. Сіздер халықтың, біздің отбасымыздың, достарымыздың армиясы болып табыласыздар. Вместе с тем я хочу обратиться ко всему народу Казахстана. Достар, помогите протестующим, помогите одеждой, пайком. Люди будут стоять на площади сутками. Бір-біріне тағамдармен, киіммен көмектесіндер. Бұл күндер тарихта қалады. Берілмендер. Қазір бірігу керек болған сәтте келді. Дорогие силовики, бойцы, полицейские, переходите на сторону народа, на сторону ваших семей, на сторону будущего, светлого будущего ваших детей. Я знаю, что многих из вас одолевает сомнение. Вы гарант нашей независимости, нашей свободы, в конце концов. Берілмендер, достар. Алға. Халықтың күші бірлікте. Алға. Вы что делаете? Вашей мамы? Вы что делаете? 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 В